хорошо, хорошо. Что-то я табличку пропустила, не видела. Да, вон, Новогригорьевка. Село Новогригорьевка Николаевской области. Раки продают. А, позаимствовали. Только у них еще мед есть. Уже третий раз вижу мед. Раки с медом. Так вот жить, когда дом, да, на трассе стоит. Во-первых, постоянно и днем, и ночью гул машин. Ты спишь, блин, они гудят, что трасса. Привыкаешь, наверное. Проехали Новогригорьевку за 3 минуты и 40 секунд. Ну да, привыкаешь ко всему, а есть дома там возле железных дорог тоже, да? Привыкаешь ко всему.